Здравствуйте! В эфире новости на Четвертом канале. Сегодня в рамках решения проблемы мирового терроризма президент Российской Федерации встретился с канцлером Германии. На встрече обсуждались вопросы о новой степени защиты и охраны населения. А теперь главная новость дня. Сегодня вся страна празднует знаменательное событие – ваш день рождения. Дорогой Сергей, мы поздравляем вас и желаем быть счастливым. Никогда не болеть и даже в дни ненастья радовать окружающих своей лучезарной улыбкой. А теперь по просьбе ваших близких прозвучит композиция, записанная специально для вас. Сестренка, мы как два крыла. Маленькой девчонкой помню я тебя. И хоть с тех пор прошло немало лет, у меня тебя роднее нет. И не важно солнце или дождь, в моем сердце ты всегда живешь. И мне не надо никаких наград. Я хочу, чтоб счастлив был мой брат. И сегодня день рождения у тебя, а вокруг родные гости и друзья. И что дни и годы бегут, ты не жалей, ты с каждым годом лучше и мудрей. Я тебе желаю счастья и добра, я тебе желаю света и тепла. Апрельские цветы исполняю все твои мечты. А я всегда мечтал, чтоб быть как ты большой. Мне тогда казалось, быть взрослой хорошо. Но я не жалею, не стыжусь. Я тобой любуюсь и горжусь. И не важно солнце или дождь, в моем сердце ты всегда живешь. И пусть не будет никаких преград, я хочу, чтоб счастлив был мой брат. И сегодня день рождения у тебя, а вокруг родные гости и друзья. И что дни и годы бегут, ты не жалей, ты с каждым годом лучше и мудрей. Я тебе желаю счастья и добра, я тебе желаю света и тепла. И пусть расцветают апрельские цветы, исполняю все твои мечты. Родные гости и друзья. И что дни и годы бегут, ты не жалей, ты с каждым годом лучше и мудрей. Я тебе желаю счастья и добра, я тебе желаю света и тепла. И пусть расцветают апрельские цветы, исполняя все твои мечты. Здравствуйте, Сергей. Это Владимир Владимирович Путин. Мой секретарь сообщил мне, что именно у вас сегодня день рождения. По такому поводу хотелось бы искренне пожелать вам в этот день от себя и от всего нашего великого народа, чтобы все задуманное вами свершилось. Чтобы вас ценили и уважали везде, где бы вы ни находились. Пусть счастье всегда улыбается вам и вашим близким. Крепкого вам здоровья и достойного вознаграждения за труд. И, конечно же, удачи. Она тоже всем нам порой необходима. С днем рождения! Давай наливай, поговорим. Будущий день